Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем момент наезда иномарки на 16-летнего велосипедиста на улице Декабристов. Он проехал на красный, причем он проехал не прямо, а в касательный. И почему он просил не вызывать ему врачей? Расскажем подробности истории записки с просьбой о помощи, которую получил курьер службы доставки. А также обнаружение утонувшего подростка, которого искали двое суток, опасные развлечения и конфликт водителей иномарки и врачей скорой помощи. Кто кому обязан уступить дорогу? Это и не только. Прямо сейчас. 16-летний велосипедист попал под колеса иномарки. Девушка за рулем Hyundai Creta выезжала на улицу Декабристов, когда велосипедист оказался у нее на пути. Подросток пересекал проезжую часть, не слезая со своего железного коня. В результате наезда он получил травмы и был госпитализирован. Айгуль Бадрудинова посмотрела момент наезда, зафиксированный регистратором, и узнала, почему подросток просил не вызывать ни скорую, ни полицию. Он проехал на красный. Причем он проехал не прямо, а по касательной. Девушка, сидевшая за рулем Hyundai Creta, уверяет, никаких правил дорожного движения она не нарушала. Ехала на зеленый сигнал светофора, поворачивала налево с улицы Госсоветская на Декабристов. Пешеходов не было, им горел красный. Велосипедиста она не видела. Откуда он появился прямо перед капотом автомобиля, она не понимает. Велосипедист протаранил мне автомобиль, а я от испуга, от того, что, ну, откуда он взялся, как бы, он не должен был на красный свет, понимаете, ехать. 16-летний подросток пересекал проезжую часть верхом на своем железном коне на красный свет. Это прекрасно видно на записи видеорегистратора. Удар был достаточно сильным. Испугавшись за жизнь подростка, девушка тут же вызвала на место медиков скорой помощи и автоинспекторов. Однако, по ее словам, подросток всячески ее от этого отговаривал. Признался, что был пьян и боялся родительского гнева. Молодой человек 16-летнего возраста, по его словам, находится в нетрезвом состоянии. Отговаривал меня вызывать ГАИ, делать заявление о том, что произошло ДТП, на что я, естественно, отказалась, сказала, что я уже сделала звонок. Медики осмотрели пострадавшего и приняли решение о его госпитализации. Позже, после оказания помощи, его отпустили из больницы. Он получил ушиб мягких тканей колена. А степень вины каждого из участников происшествия теперь будут устанавливать автоинспекторы. Айгуль Бадрудинова, Елена Саляхова, Наиль Абдуллин. Вызов 112. А на перекрестке улиц Павлюхина и Назарбаева под колеса Hyundai попала девушка, едущая на электросамокате. К счастью, скорость у иномарки была небольшая, и травм девушке удалось избежать. На место прибыли автоинспекторы, которые должны установить причины наезда и определиться виновником. 21-летний молодой человек, водитель «Лады» 13-й модели, не справился с управлением на улице Тетцевская и вылетел с дороги. Машина получила серьезные повреждения, но люди не пострадали во многом благодаря тому, что тротуар от проезжей части отделен забором, который автомобиль преодолеть не смог. Вероника Гайнудинова посмотрела на разбитую машину и спросила молодого человека, с какой скоростью он ехал. Он сбежал, что куда? Ушел? А его не было. Найти виновника аварии было непросто. Водитель «Лады» 13-й модели общаться не хотел. Где водитель? Покажите нам его. Документы заполняйте. Позже 21-летний молодой человек решил все-таки все рассказать. Говорит, он ехал по улице Тетовская. В какой-то момент его машину занесло, и он не справился с управлением. В итоге автомобиль вылетел с дороги и снес металлическое ограждение проезжей части. На самом деле вы за рулем? Да, я за рулем. Вы, да? Да, моя машина. Просто здесь, ну, с их повреждением, наверное, скорость больше 40 явно была. Ну, 60-70 где-то так было, потому что резина лысая у меня была. Но очевидцы предположили, что двигался он, возможно, чуть быстрее, чем разрешено в этом месте. Иначе повреждения автомобиля были бы меньше. Теперь «Лада» не на ходу. Молодому человеку повезло, что в момент аварии в машине никого не было. И сам он не пострадал лишь чудом. Вероника Гайнудинова, Елена Саляхова, Наиль Абдуллин. Вызов 112. 56-летний мужчина погиб сегодня утром под колесами экскаватора в Челнах. Он шел по проезжей части, при этом переходить дорогу не планировал. И, как установили автоинспекторы, он вышел на дорогу, не убедившись, что там нет машин. А в это время по правой полосе двигался экскаватор. Избежать наезда 31-летний водитель спецтехники не смог. За рулем он 12 лет. За последние два года водитель 27 раз привлекался к административной ответственности. Но в этом происшествии, по предварительным выводам автоинспекторов, виноват сам пешеход.
Сегодня в половине 11 утра волонтеры извлекли из воды тело 14-летнего подростка, утонувшего в реке Ик в селе Муслюмово. Его обнаружили в 5 метрах от берега, в 2 километрах от села Мель-Атамак. 21 июля мальчик пошел купаться с двумя приятелями и ушел под воду. Его тело двое суток искали водолазы. К поискам привлекли и волонтеров, которые, прочесывая берег, и обнаружили погибшего. «Вызовите полицию, мне угрожают пистолетом». Такую записку получил курьер службы доставки от женщины, который принес заказанную еду. Просьбу ее он выполнил, и вскоре к дому прибыли экстренные службы. Полицейские установили, что в квартире живет 51-летняя женщина. Работает она психологом. Она сама открыла дверь стражам порядка и рассказала, что одна из коллег попросила провести с ее сыном психотерапию. Они встретились в кафе, затем пришли в квартиру. Женщина уверяет, что во время сеанса молодой человек ей признался, что он не может управлять собой даже во время важных деловых встреч. У него появляется желание направить пистолет в голову партнеров, после чего тут же направил пистолет в ее сторону. Позже он извинился, но спустя время ситуация повторилась. Уличив момент, заявительница прошла в ванную, написала записку и передала ее курьеру, который привез роллы. В свою очередь молодой человек рассказал иную историю произошедшего и обвинил заявительницу в краже крупной суммы денег. Оба написали заявление с просьбой привлечь друг друга к уголовной ответственности. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Брошенная из окна бутылка с водой едва не попала в коляску с младенцем в Нижнекамске. Она пролетела в считанных сантиметрах от выходящей из подъезда женщины и ребенком. Кроме того, в это же время у подъезда на земле сидели два мальчика. Летела бутылка с такой скоростью, что после удара об землю подлетела на высоту около 2 метров. Если бы молодая мама не стала спускать коляску по пандусу или же мальчики сидели чуть ближе ко входу в подъезд, результат такой выходки мог бы быть трагичным. Конфликт водителей иномарки и врачей скорой помощи сняли очевидцы в одном из дворов Нижнекамска. Мужчина не хотел пропускать спешащих на вызов медиков и требовал уступить ему дорогу. Запись разлетелась по социальным сетям, вызвав общественный резонанс. Алсу Ахмедзянова спросила у юристов, кто тут прав и есть ли вообще нарушение. В одном из дворов Нижнекамска водитель решил, что дорогу скорой помощи уступать, видимо, ниже его достоинства. Хотя, чтобы пропустить врачей, ему надо было всего лишь заехать на свободное парковочное место. Водитель, конечно же, не прав, потому что скорая спешит на помощь к людям. Скорая может не успеть, и человек умрет. Из-за этого законодатель относит данный вид правонарушений к особо опасным, то есть с особо тяжким последствиям. И статья 12.17 предусматривает наказание вплоть до лишения прав. Случай вызвал общественный резонанс. Проверку начали и в Нижнекамске, центральной районной больницы. Пока нарушений со стороны водителя скорой не нашли, к больному медики успели вовремя. В больших городах обычно проводят рейды. То есть едет скорая помощь, сзади нее едут сотрудники полиции, то есть ГИБДД. Соответственно, вот такие вот дорожных хамов сразу лишают прав. К слову, если автоинспекторы установят номер автомобиля и личность водителя, то мужчина за создание помехи врачам может понести наказание. Закон предусматривает штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от 3 месяцев до 1 года. Алсух Медянова, Александр Халин, Евгений Лызаев, вызов 112. Сотрудники автоинспекции проверили, как в Казани соблюдаются правила организованной перевозки групп детей. Таких сейчас немало. Например, в детские лагеря или на спортивные соревнования. Автобусы, в которых едут дети, должны быть оснащены ремнями безопасности, тахографом, спутниковой навигации, а скорость при движении не должна превышать 60 км в час. При перевозке детей обязательно должен быть включен проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета. Сотрудниками госавтоинспекции города Казани на постоянной основе осуществляется контроль за организованными перевозками групп детей автобусов. В ходе проверок особое внимание уделяется на соответствие водителя и автобуса требованиям правил организованной перевозки групп детей, а также наличию документов у водителя, предусмотренных правилами дорожного движения Российской Федерации и постановлением правительства Российской Федерации. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильный 8-98-69-112-112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.